Всем привет, вы на канале ХТ. Сегодня у нас видео познавательного характера на современных процессорах Intel серии 11-12. Иногда можно столкнуться вот с такой вот проблемой: при установке Windows не обнаруживает наш накопитель. Это функция для современных процессоров Intel 11-12 поколения, VMD называется. Ее можно отключить, либо загрузить на нее драйвер для этой функции, либо можно просто-напросто отключить ее в биосе. Что мы и сделаем. Перезагружаем наш аппарат. Зажимаем при перезагрузке F2. Это конкретно фишка на Asus'ах я встретил. Может, где-то еще есть. И для чего конкретно вам функция это вообще пригодилась или нет, в целом можете написать в комментарии. Так, здесь мы перешли в биос, нажимаем F7. Так, F7. И переходим во вкладку Advanced. И идем вниз. Вот она функция у нас, VMD Setup Menu. Она у нас в активированном состоянии. Теперь необходимо ее отключить, чтобы не обращалась у нас к этой функции. Так, F10 сохраняем. Окей. Ждем перезагрузки. Так, включаем. Также не напоминаю, если видео вам интересно и полезно, не забывайте ставить лайки, донатить, подписываться на каналы Рутуб, Ютуб, Яндекс.Дзен, Телеграм. И здесь нажимаем снова установку Windows. И, как вы можете видеть, у нас появляется раздел жесткого диска. То есть жесткий диск у нас теперь обнаружен. В принципе, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых видео. Пока-пока.